без перемесу. Без перемесу? Що я б як прокоментувати те, що вона сказала, що в нас не склалося? Так. То Вадіка треба, вон, слава Богу, що він нині приїхав. Вадік може якось прокоментувати. Вадік просто, розумієте, все те, що ви бачили на телеку, то є призма, то є призма. Вона сказала, що не склалася далі програма, оскільки ви як ведучі. Зараз він вам розкаже, тому що я вам просто роблю інтро. Все, що люди дивилися на телеку, то не я, не вона, а його бачення, тому що він мав 10 камер. 150 секунд я просто відвечу. Просто ви єдині люди, які поняли програму «Шанс». Я не дивилася. Я просто відвечу ситуацію. Андрей, человек, которого нельзя сломать. У него очень жесткая западинская позиция. Он такой новоявленский человек, который вот, его никогда не сломаешь. Его можно попросить задеть какую-то тему, и все, что происходило в «Шансе», он делал сам. Наташа, я писал тексты. И Наташа, к сожалению, ну, она такая шоу-бизнесовая девочка, она тянет все на себя. Она прекрасная человек, я ее безумно люблю, но это абсолютно разные люди. Мало того, начиная драматургии не бывает без конфликтности. И, к сожалению, мы, начиная с первого сезона, начали этот конфликт заострять. Наташа с умением тянуть под себе. Первая ругань была, когда Андрей написал песню, предложил ей песню, они спели, песня называлась «Ты мне не надоешь». И принесли диск, куда Наташа просто вставила 40 секунд своих танцев. Не Наташа, а ее плохие друзья. Клип. Да, клип, да. И в клипе было написано: Наташа Могилевская, фит Кузьма. Где-то она подпевка Кузьма. Хотя песня Кузьмы, вокалист Кузьма. И был первый момент, просто есть некое непонимание в нашем шоу-бизнесе. Вы обратили внимание, что в клипах перестали писать, кто написал песню и слова? А ведь это самое главное, кто написал песню, главная музыка, мелодия, потом слова. А у вас песня Наталки Могилевской, песня будет еще и так далее. И это не Наташа виновата, просто сама ситуация такая, всем выгодна. Кто сейчас помнит, кто такой Дима Калиденко? Он ведь прекрасный хореограф был. Да? Кто об этом сейчас помнит? Да помним, да. Нет, конфликта не было, была очень жесткая, очень мощная работа.